Теперь перейдем к оптимизации изображения, к оптимизации, то есть уменьшение ее веса. Мы сейчас рассмотрим два варианта. Первый – это перед публикацией, и второй вариант, когда у вас картинки уже загружены, допустим, вы уже давно ведете блог, и у вас не оптимизированы картинки. Как их оптимизировать? Итак, вы готовите картинку. И можно, на самом деле, таких сервисов много, которые оптимизируют, в том числе и, кстати, Photoshop. Photoshop, если у вас программа есть, то вы можете выбрать «Сохранить для веб». То есть в программе Photoshop у нас там есть три варианта сохранения картинки. Первое – просто сохранить, сохранить как, и третья опция – сохранить для веб. И когда вот вы выбираете эту опцию, там еще какие-то настройки нужно дополнительно сделать, ну, по шагам там понятно, вот, то он как раз вот тоже, Photoshop оптимизирует картинку. Если же у вас нет Photoshop на компьютере, то можно воспользоваться онлайн-сервисом специальным. Их много, их много. Я выбрала вот один, сама я не пользуюсь, поэтому вот по рекомендации тех людей, которые пользуются, выбрала именно этот.